Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Нормально ли это дело в том, что когда я просыпаюсь в момент, только открываю глаза, бывает такое, что слышу мяуканье кота очень громко. Но на моего кота не похоже. Мой спокойно спит рядом. Это было немного раз, но прям пугает очень. Что это может быть? Слышу это не как с головы, а будто реально это в комнате. И громко, и всегда звук полностью одинаковый. Бывало это где-то раз в 1-2 месяца. Нормально ли это? Я одна такая, у кого... Одна пока у кого такое бывает, или это какая-то патология. Мне 24 года. Ну, я бы сказал, что, во-первых, довольно справедливо, на мой взгляд, замечание моей коллеги. Вот. Елены Сергеевны, которая, в принципе, на мой взгляд, довольно-таки справедливо вам на ваш вопрос как бы ответила, говоря о том, что мозг действительно при просыпании, он, ну, на самом деле может демонстрировать какие-то звуки. Вот, особенно если вы спите каким-то таким, ну, образом, да, то есть, например, там не очень, может быть, спокойно вы спите и так далее, то есть тут... Тут могут быть различные варианты, и это нужно учитывать. С другой стороны, я думаю, что вполне может быть это и звуком. Звуком реальным, который вы интерпретируете под кота. Ну, вот. Другой момент, что вы боитесь заболевания, и вот вы боитесь заболеть, вас это пугает, это вот история куда более... на мой взгляд, значимо, потому что она раскрывает некоторую вашу, на мой взгляд, как раз таки тревожность. И вот с этим, на мой взгляд, нужно работать. Почему, чего вы боитесь? Вот. То есть, ну, слышите вы звук и слышите. Вот. На качество жизни, я так понял, ваше это не влияет. Вот. Жить вам особенно не мешает. Вот, то есть, как бы, ну, переживать вроде как особенных причин нет. Но, тем не менее, вы переживаете, и вот этот момент, мне кажется, очень серьезным. Мне кажется, серьезным именно тот момент, что вы боитесь, то есть у вас есть вот, ну, страхи. Какие-то. Вот. И, соответственно, я бы предложил бы вам именно со страхами-то и поработать. Как раз. Вот. Потому что, на мой взгляд, это единственное. В данном случае, единственное, в данной ситуации, что может вам как-то мешать, и мешать, ну, как-то серьезно. Понимаете, да? Вот как-то так. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно и интересно. Я бы сказал, что вот, то, что вы боитесь какой-то болезни, это может быть какая-то агрессия, которая направлена, ну вот в данном случае на вас, да? Вот. Либо это может быть желание убежать куда-то. То есть это может быть вот такая потребность уйти от чего-то в своей жизни, что вас может напрягать. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго.